очень внимательно ознакомилась с докладом и была удивлена, что вы своим же рассказываете, который этот доклад очень подробно писали. Я думала, что мы пообсуждаем системные вещи. И вы знаете, ну, во-первых, да, на самом деле, если подводить итоги, у вас очень интересный доклад в этот раз. Мне вот понравился сам подход по поводу безопасно, удобно, выгодно. Жаль, что выгодно на третьем месте, но я вот хочу поговорить именно об этой теме. Вы знаете, мы все с вами, особенно те, кто уже не первый год борется за малый бизнес, понимают, что на сегодня сложилась какая-то очень сложная, но я еще не называю ее еще пока тупиковой. На самом деле сложная ситуация, я вот предлагаю нам с вами эту тему тоже затрагивать, начинать и так далее, потому что вот мы с вами пишем хорошие системные доклады, все пишем. Вот сейчас в феврале все начали формулировать очередной пункт предложений. Все бизнес-объединения вместе, все площадки, бизнес. Мы их опрашиваем, спрашиваем, сами формулируем, пишем. 11, Илюшникова мне сказала, что по теме МСП, вот на тот портал, который создал правительство, пришло порядка там 11 с лишним тысяч предложений, что нужно бизнесу для того, чтобы в этой ситуации сработать. Сколько приняли? Практически ничего не приняли. Она мне сказала, у нас даже нет времени это все почитать. Вы знаете, к сожалению, какой-то этап сейчас, и он, к сожалению, нарастает. Это, кстати, вы отмечаете в вашем докладе, что ситуация-то стагнирует, становится только хуже. Вы знаете, мы сейчас... Вот вчера была встреча с председателем правительства. Саша Лукову сбежал, но я вам хотела сказать, 5 листов предложений острых, которые вот мы считаем, что нужно прям в ближайшее время принимать. Как это было? Несколько этапов и говорят, нет, это рано, этим не будем заниматься, тут вы очень много хотите, тут вам только все время давай. В итоге, ну, все слышали, что вчера озвучивали. Озвучивали то, что они уже приняли и разрешили принять. И понимаете, сейчас вот это отсутствие прямого диалога между нами, между бизнесом и властью, это становится уже таким трендом, который все труднее и труднее, в общем-то, двигать хоть какие-то вообще первейшие задачи, которые стоят перед бизнесом. Вы же тоже это признаете в своем докладе, что у вас порядка 300 предложений переписываются из года в год. Правительство перестало быть готовым к системному решению системных вопросов. А мелкие пуговички мы уже на пиджачке перешили. У нас уже пиджачок вообще не соответствует тому, в том, чем мы живем. Вы знаете, мы когда в феврале получили вот эту ситуацию, 24 февраля, я думала, все, сейчас все на круглосуточный режим. Каждый день мы будем вообще ломать сложившуюся историю, мобилизовываться. Ничего подобного. Мы приходим, я не знаю, как Борис Юрьевич, я прихожу в Белый дом, мне все хорошо, чай, кофе наливают, пирожные на месте. И ты понимаешь, что это сюрреализм. Никакого мобилизационного сценария его, к сожалению, нет. Мы с вами живем в логике национального проекта по МСП, который вообще сформирован еще в 2018 году. Что было в 2018 году? Другая сказочная жизнь, как теперь понимаешь. Хотя ты думал, что вообще это все нужно срочно ломать, менять. Сейчас уже 22-й, сейчас вообще все другое. И получается, что бизнес живет вообще в своей истории, потому что наши проблемы... Вот все, что мы с вами озвучиваем, налоги, логистика, это же все нарастало все эти годы. Послушайте, мы сейчас вот вышли с идеей абсолютно, я ее озвучиваю на каждой площадке. Если мы сейчас не начнем заниматься индустриализацией, малой индустриализацией я ее называю, если мы сейчас не начнем вообще просто формировать адресные программы развития собственного производства, ничего не будет. Все, о чем мы рассказываем, эти уйдут, китайцы придут. Мы снова останемся ни с чем. Потому что вот эти программы специальные, они вообще практически не предусматривают все истории. Даже если мы с вами получим деньги под 1, под 0%, у нас с вами по-хорошему серьезные проработки ниш вот этих не закрытых,
технологических и так далее. Нам сейчас никто не даст технологии. Это должно быть жесткая государственная задача с конкретным KPI, с фамилией, кого потом можно, образно говоря, расстрелять во дворе, если этот результат не будет достигнут. Тогда будет сдвиг. Я не кровожадная, вы не думаете, что я предлагаю вот, вот прямо сейчас взять это сделать. Я просто понимаю, что бизнесу нужны вообще другие мобилизационные задачи от власти. Но мы сейчас в режиме всегда просящего. Мы вот их просим, но вы же посмотрите, ну давайте пересматривать критерии, ну давайте... Нет, мы слышим, нет, это неправильно, что тут мы вам... И вот это, у тебя нет возможности оппонировать. Вот поверьте, я умею биться прям до последнего. И я понимаю, что еще там какой-то момент тебя просто начнут из зала удалять, потому что ты пытаешься доказать, что это вещи первой статьи. Поэтому сейчас у нас с вами всех вместе, и у вас, как уже сложившегося такого авторитетного института полномочного, мы все с вами работаем вместе в регионах, зачастую нет смысла делиться там ТПП, уполномоченные, опоры, кто есть, кто готов, тот вообще объединяется на площадке и как раз говорит о том, что сейчас время принципиально других подходов к развитию нашего бизнеса. Поэтому я считаю, что вот сейчас мы с вами должны донести... Я вчера очень сильно порадовалась. Борис Юрьевич так хорошо улыбался у президента, и он ему улыбался. Думаю, сейчас все начнет как-то, наверное, сдвигаться, потому что в любом случае нам нужен сейчас диалог содержательный, и нам нужно получить вот эти полномочия, как вам, уполномоченным, чтобы в суде или снимать чиновников, да, вы же приводили этот пример, вот у нас должны появиться полномочия, когда мы можем снимать целые министерства, которые не решают наши задачи. Спасибо.